Итак, всем привет, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я купил в магазине «Магнит» вот такие вот скрепыши. Вот вы видите, да? Скрепыши купил вот такие. Сейчас я их вот сюда вот вывалю, эти скрепыши, и поем. Есть буду не так уж и много, но и не так уж и мало. Чтоб я наелся. Сладкие вот такие вот скрепыши. Вот я их высыпал, видите. Не все я их буду высыпать. Вот высыпал скрепыши. Вот вы видите скрепыши. Вот. Да. Буду их сейчас есть. Довольно-таки вкусные, сладкие скрепыши. Не очень пересахаренные. Нормальные, сладкие. Сладкие скрепыши. Это называется попкорн. Ну, если так, по-простому. Сделаны они в мае. Срок годности у них 9 месяцев. Так что практически один месяц еще не прошел, а я уже их ем. Вкусно, кайф получаю. Ой, упала. Но поднимать не буду. Мне микробы не нужны. Выкину. Как говорится, детская еда, но и взрослые едят попкорн. На все возрасты, но очень любят попкорн дети. Я в детстве любил попкорн. Также любил воздушную вату. Сахарную вату воздушную. Делали вот такую вату. Даже в моем детстве, в 90-е годы, когда мне 11 было, 12 лет, когда уже 90-е пришли, вот уже доедаю. Попкорн, скрепыши. Довольно-таки вкусный попкорн. Сладкие. И сахара не так уж и много. Нету переизбытка сахара.
практически уже все съел. Много есть не буду, чтобы сахарного диабета не было. Надо эти скрепыши есть по 100 грамм, по 80 грамм. А там 250 грамм вот в этой упаковке. Вот в этой вот. Вот в этой упаковке 250 грамм. Там еще больше половины осталось. И сахара много съел. Так, доедаю. Все, ничего не осталось. Вот видите, ничего не осталось. Все скрепыши доел. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале. Всем пока.